Вы когда-нибудь видели такую огромную тыкву? Я нет. Домашняя тыква. Спасибо, Макс. Вот такая огромная тыква. Сейчас не знаю, что буду с ней делать. Мыть, разрезать пополам, делиться с соседями. Еще вот такая капуста с огорода прям. Домашней фермы, домашнего огорода. Свежайшая. Всем, я тут готовлю муравейник, натерла тесто. Кому нужен рецепт, пишите, отправлю вам. Очень простой и легкий рецепт вкусного десерта. Сейчас будем все это запекать и измельчать, заправлять сгущенкой. Правда, духовку я заранее почему-то не включила. Сегодня классная погода. Сейчас 11 часов ночи. В последние дни очень поздно ложимся, и дети. В особенности я бы и раньше легла. Еще сестренка у нас дома, Служан, тоже подстроилась под наш режим, хотя она рано засыпает. Погода классная, дождик пролил. Сейчас такая прохлада. Сегодня были дома, завтра, наверное, пойдем куда-нибудь погуляем. Я до сих пор в шоке от такой огромной тыквы. Второй день она у нас ждала, когда же я ее буду разрезать. Сейчас ее вымою. Буду потихонечку, не знаю, с какой стороны приступить, конечно, разрезать. Вот это да. Кстати, кто в курсе, можно ли замораживать тыкву? Напишите в комментариях, пожалуйста. Татушки клеили. У Альтаира вот такая татушка. Курсишься, Хандазинди, курсишься? Вау, Леди Баг, суперкот. И, ну, у меня такое впервые. Представляете, пошел дым из духовки, потому что кое-кто мне тут накрутил. Сейчас уберу те, что подгорели, будем есть вот эти нормальные. Блин, ужас. Впервые такое у меня. Дым на всю, весь, на всю кухню. У нас уже утро. Вот такая тыковка. Внутри прям жить можно. Сказали, что это сладкая тыква. И вот думаю, как бы приготовить. Наверное, пару кусочков запеку. На пробу, остальное посмотрим. Что-то заморозим, что-то на манты оставить надо. У нас в семье только я люблю тыкву. Могу ее есть, есть, есть. И в тыквенном суп-пюре, и просто запеченными кусочками. Час. Я все еще режу. И вот еще целая пол тыквы осталось, еще целая половинка. Прикольно, я, кажется, первый раз вижу такую огромную тыкву. Начала разделывать капусту, она внутри что-то там уже начала портиться. В общем, убираю плохое, хорошее все нарезаю кусочками удобными. Вниз и сверху постелила бумажную салфетку, чтобы она всю влагу впитывала, и тогда овощи будут свежими, очень долго хранится. Можно готовенькое достать сразу и жевать. Тыква приготовилась, очень мягкая, но не сильно сладкая, поэтому немножко будем подслащивать. Меда нет, поэтому присыплю немножко сахара. А в идеале, конечно, лучше мед. Папан хашат и все. Это не мой ребенок.
уже вечер, у нас приехали на пляж. Сейчас плавать, будем брать интервью у гостей нашего города. Мы приехали на пляж. Такой у нас красивый пляж и закат. Калаю найдем, а? Спасибо. Покататься, дала джилэ как раз. Можно на лодке покататься. Да, можно на лодке покататься. Мама, можно на лодке? Таир улетел, убежал. Там озеро грязное, вчера попался. Мы идем гулять. Ва! Нео? Ва! А машина джирдна? Кошечка хочу. Пока Альтаир там жука рассматривает, а Служан несет за ним самокат. Здесь открыли, не знаю, как давно, аллейку. Здесь мы не гуляли, здесь раньше был аквапарк, а он там есть, по-моему, горки, аквагорки. Такой хорошенький аллейку сделан. Папа, сяк, ты сула джирдын сен? Я? А самокат. Повторяю. Руку в карман положил. Папа с нартом кайтал раз. Ты еще на воде? Да. Прикольно. Да, пойдемте. Менде халта жоқ, я бы тоже положила. Туған жерім Жетісу. И Макс нам подсказал, что здесь 7 рек. Жетісу — это 7 рек. Тут 7 таких колонн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Точно. Класс. Вот колонн шар. Что? Карасу. Подписать надо было? Да. Точно. Это было. Куксу. Куксу. Ахсу. Карасу. Каратал. Ле, или тоже, да? Лепсе. Ишим. Солашкар. Тут у нас есть 2 пирса. Правда, темно, ничего не видно. Катамараны катаются. В темноте. Лягушки молчат, что-то лягушки. Уехали на отдых, наверное, на каникулы. Обычно лягушки не замолкают. Мама! Короче, решили кушать мороженое. Кто обиделся? Тут теперь скамейка. А вот разве не берем? А что с ним, да? Мама! У нас лёчная. Сливочное, клубничное, голубое, по лугам. Тут маршмеллоу. И шоколадное. Все, мы теперь братья. По дороге заехали продуктовые. Альтаир, давай вот раз. Не одно. Ух ты, поезд. Чух-чух. Он не заметил здесь пюрешки. Бульмим не алдын. Крем. Прикисал койдма. Батер для рук. Крем для рук. Консервы. Блин, ни в коляску не садится. На руки не хочет. За ним охотиться и бегать. Чуть-чуть не нужно. Дайте ногам алдын. Туда катался. Вау! Мини-детская площадка перед Сулпаком. Ой, Сен, кутин сикет, ну? Я точно не влезу. Залезла, у меня там тетить была часа. Привет, ну? Быстрый обзор покупочек. Рыбки, печеньки. Сметана, такие вкусные тарталини с томатом,
пробовали впервые в Усть-Каменогорске. Вот сегодня тоже взяли. С томатом и с чесноком есть. Вкусные, ну, типа сушки, такие хрустящие. Макс взял красную фасоль, чтобы жарить картошку. Но я, если честно, никогда не пробовала, по-моему, картошку жареную с фасолью. Такие две макарошки взяла. А, я взяла разные. А, нет, я хотела ровные. Или такие. Нет, я хотела... Ну ладно, в принципе, любые вкусные. Абсцессно именно синюю упаковку. Маслины без косточек. Салат добавить. Вкуснятина. Еще добавить фету. Взяли большую фету. Такую лапшичку. Булочки завтра к чаю. С сыром булочки тут. Первый раз берем вот такие хлопья. Обычных что-то хлопьев я не нашла. Так. Кукурузные палочки с какой-то игрушкой. Да, Нелли выпрашивает открыть. Одну пачку сейчас будут драться за игрушки, наверное. Творог. Колбаса. Ну и все. Вот такая колбаса от этой фирмы нам нравится. Трио не пробовали, будем первый раз пробовать. Тут конина, говядина и куриное мясо. Все. А, и на базаре взяли хорошую, огурцы хорошие, такие плотненькие. Везде уже были мягкие. Все огурцы потрогала во всех мешках. И вот у одного продавца были хорошенькие, мягкие, хрустящие такие. Сейчас помоем и уберем в холодильник. Ну или, да, помоем лучше. Молодец. Полный сыр. Ой, дочь, забрала, что ли? Мои дети с детства знают, что когда приходят в улицу, надо сразу мыть руки, да? Потому сразу что... надо отмыть игрушки. Ну все, всем пока. Не забудьте подписаться, поставить палец вверх. Здесь какая игрушка. Вау, вау, вау. Так, на-на.